Вам рыба нужна? Да. Возьмете пожарить? Да я... Всем привет! Сегодня я на рыбалочке. Рыбалка у нас началась весенняя. Смотрите, где мой поплавок. Его, думаю, видно. Закидываю недалеко, потому что сейчас, где вода прогревается, там и рыба. Вроде поклевочки были наконец-то на нашей речке. Я уже сюда езжу, может, дня три подряд, и никаких поклевок. Сейчас вроде вода, видите, смотрите, какая плохая. Мутная. Конечно, почище чуть-чуть стало. Думаю, поклевок из-за нее нету. Ну, еще то, что не сильно вода прогрелась. Сегодня приехала на свое место. Как вы помните, кто смотрел, тут я почти постоянно рыбачу. Тут ямка есть. Вот. Ну, и вы видите то, что поплавочек прям недалеко. Была одна поклевка, пока включала камеру, не успела подсечь. Поэтому сейчас будем ждать. Прям, кстати, увело, наверное, карасик. Вот. Думаю, сейчас будут поклевочки. Людей вообще нету. Сижу одна на рыбалочке. По прикормке у нас... Я уже дома замешала, потому что тут вода холодная. Дома в теплую замешала, не стала брать. Много пакет взяла себе и все. Вот сегодня прикольненько у нас миненка с клубникой, будем пробовать. И также взяла одну штуку на червя помазать с фруктами, попозже попробуем, пока сейчас на такой хоть бы что клюнуло. Вот, а потом уже будем смотреть, как пойдет. Сейчас закинем, прикормим это место. Надеюсь, тут что-то будет. Ребят, первый, наконец-то. Ждала я его час. О! Давай, иди сюда. Вот это вот карасик. Сейчас покажу вам. Подождите. Смотрите, какой. Вот он. Настоящий пельмень. Неплохой. Но такого мы отпустим. Пусть плывет. Мы таких маленьких не берем. Сейчас, может, побольше будет. Посмотрим, может, побольше, что будет. Черви у нас, смотрите, какие хорошие. Червь большой, значит, и карась должен быть здоровый. Долго я, конечно, ждала эту поклевочку. Постоянно объедала, но хоть наконец-то начало у нас клевать на речке нашей. Это очень радует уже. Вот. Поэтому это отлично. Ох, клюнуло, ребят. Не успела заснять поклевочку. О, вот это уже получше идет. Вот он. Ох, какой карасик. Стой. Сейчас покажу вам такого карасямбрика. Во, смотрите. Вот это хороший. Такого мы возьмем с вами. Берет прямо у берега. Ну вот, видите, палка, за этой палкой, считай, уже клюет. Подкормила клубничкой, прикормочкой. Подкармливаю потихонечку. И он клюет.
Поклевочка, ребят. Давай. Дюбнула пару раз. Сейчас он клюет неактивно вообще. Поэтому тут главное подсечь, главное успеть. Ну вот и все, они успели. Закончилось поклев. Есть, ребят. Ох. Ну, это уже поменьше карасик. Но все же. Очень радует. О-о-о. Сейчас покажу. Так. Смотрите. Да это у нас и не карасик. Плотвичка хорошенькая. Тихо. Поезд едет, сейчас рыбаки набегут. Плотвичка. Хорошая. Так, надеваем червя. Приехали тут люди. Поэтому не очень снимать. Подумают, с кем я разговариваю. Сейчас была поклевочка. Сошел карасик. Под корягой это прям... Подкормил и хорошо клюет. Идет у нас с вами карасик небольшой, но все же это хорошо для начала весны. Сейчас буду озвучивать, потому что рядом сидел дедушка. Не хотела, чтобы он подумал, что я сама с собой разговариваю. Смотрите, какой у нас карасик выходит с водички. Такой неплохой. Следом у нас еще одна поклевочка начинается у деда. В это время нету поклевки ни одной, хотя сидим уже 30 минут. Смотрите, какой карасик выходит. Уже, конечно, поменьше, но все же, как солнце пригрело, поклевочки хорошие прям начались. На жарелку пойдет. А потом смотрите, кто у нас после карасика решил клюнуть прямо под берегом. Это у нас подлещик маленький. Прям за той корягой начал поклевывать. Рыба нужна? Да. Возьмете пожарить? Да я завтра поеду еще наловлю. Конечно. Давайте, удачной рыбалки. Спасибо. Ну да. Закончила я рыбалочку сегодня. Ну, клев, конечно, средний был, но все равно для листки уже в начале вот весны это, я думаю, нормально. Еще вода мутная. Завела уже мотоцикл. Многие спрашивали, как он. Зимы хорошо завез с первого раза. Мотоцикл у меня Альфа. Для новых подписчиков, если будет интересно, то расскажу.